Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить второго Ведьмака. Последняя серия летсплея по Ведьмаку была где-то в мае этого года. Я приношу извинения за столь долгий перерыв в сериях. Но, тем не менее, продолжаем. Мы обязательно пройдем эту игру, что бы там то ни стоило, скольки бы времени то нам не стоило и так далее. Итак, мы остановились на моменте, когда короля Фольтеста убили, и, собственно, нас во всем этом обвинили, из-за того, что кроме нас, в тот момент там никого не было, а убийца успешно скрылся. Но был один тот человек, который, собственно, поверил нашим рассказам и помог, поспособствовал сбежать нам. Так, ну, Тайлен Чапка, не забыл. Очень многие говорили то, что... Ну, как многие, несколько людей, по крайней мере, писали то, что очень темно, просили добавить яркости. Давайте пока не забыли, это сделаем. Так, видео. Я думаю, столько хватит. Если не хватит, пишите в комментариях и добавим еще. Как видите, там еще есть куда добавлять. Так, и давайте продолжим. У нас нет ни оружия, ничего. Абсолютно. Так, голы. У этих охранников мы что-то подобрали. По-моему, ключ. Больше у них ничего не было. Так, здесь у нас... Это что такое? Похоже на снаряжение. Я маленько подзабыл, на самом деле, управление, потому что играл довольно давно. Поэтому... Поэтому извиняйте меня, если я буду тупить очень сильно. Так, ну, кое-что помню. Так, ладно. Я не помню, всегда ли так, видимо, бегал здесь активно. Так. А, это два трупа один. Он даже просочился сквозь решетку. Так, ладно. Нам не сюда. Чё, пока не могу разобраться с управлением, вообще видно то, что... Вот дерьмо. Под факелами не пройдешь. Так, ну здесь довольно темно вообще-то. Как мы пройдем? Раньше у нас был эликсир, который... Ну ладно, который помогал видеть нам в темноте. Что? Так, нас, похоже, заметили. Ну ладно. Что это было? Зарубил. Так, мы не можем браться, а у нас есть, да, у нас есть палка. Mm-hmm.
О, ты чё? Так, надо вспоминать управление. X это слабый удар, а это сильный удар. Так, арена одна штука, но не густо. Вообще очень много собрали снаряжения, денег во время первых двух миссий. Надеюсь, нам это все, ну не миссии, как время первых шести серий прохождения, надеюсь, нам это все вернут. А может быть и нет, ну ладно. Так, я также забыл, как здесь красть. Так, это блок. Это наши знаки. А ну как зашлют меня? На какой фронт? Так, а, понятно. Ладно. Средок потратили. На самом деле здесь довольно темно. Я почти ничего не вижу. Я думаю, на ютубе будет еще темнее, поэтому в этой серии добавлять яркость даже не стоит. Так, факел. Что это было? Пойдет еще разведывать по нас. Что за дом? Мы сможем его ударить. Ага, конечно. Думаешь, я не так, ладно, осталось, пока меня здесь немного не радует. Это... Оковы, цепи. Интересно, что мы будем делать с этими вещами. Так, а вот оглушить можно. Понятно. А что это было? Ни черта не видно, слушайте, а? Спрятаться. Ладно, ну спрятались. Никого нет больше. Так, что такое эта крыска? Ладно. А что, собственно, мы здесь делаем? Я так понял, то есть закрыто. Мы же перебили всех охранников, которые здесь были. И я думаю, мы забрались. Короче, время надо посмотреть. Так, цепи, железо, маленькая дубинка, доспехи. Вот, тюремный ключ есть. А, подождите, у нас есть кошка. Кошка. Да, вот она. Забыл, как перейти в режим медитации, правда. Насколько бы надо было. Так, ладно. А, вот так, да. Так, эликсиры. Мы пьем кошку. Да, теперь мы можем видеть в темноте, и довольно хорошо. Так, вот ключ. Про все 5 минут, но думаю, нам хватит. Есть тут кто? Есть. Я всегда тут, всегда рядом. Так, ну если быть честным, то я маленько заблудился. Выпусти меня, добрый господин. Прошу тебя, у меня двое детей. Я сделаю все, что захочешь. Так, так кто сказал?
стражника ключ. Ну, вроде забирали уже ключ. По крайней мере, я сейчас собирал, что не было. Ну ладно. Сюда. Эй, ты! Выпусти меня! Очень тебя прошу! И то я сейчас половину гарнизона соберу. Ловкий малый. Тихо, Ариан. Тихо, Ариан. Что ты тут делаешь? В принципе, это не важно, но мы тогда делаем то же самое, что и он. Пытаемся бежать. То же, что и ты. За что тебя посадили? Говорят, мол, я убил Фольтеста. Досадно. Я надеялся, что сделаю это собственными руками. Ты слышал что-нибудь о моей матери? Фольтест ничего ей не сделал. Так, на самом деле мы вроде нифига об этом не знаем. Что с его матерью? Она вроде жива, конечно, с ней все хорошо, но... Давайте скажем, что мы все-таки знаем. На войне новости ходят медленно, я ничего о ней не слышал. По счастью, я знаю, как спасти честь моего рода. Пора подумать, как тебя спасать. Для меня честь рода важнее жизни. Что ты задумал? Это тебя не касается. Сперва нужно попасть в маслохранилище, оттуда можно выбраться на поверхность. Я слишком слаб. Помоги мне. Когда ты завалил двух охранников... Ты в рот прогибом! Я тебя зубами порву! Слышишь? Так, ну и сиди там. Черт с тобой. Давайте смотрим в камеру, может здесь мы что-нибудь найдем интересное. Кроме крыс, конечно. Или это даже не камера, это куда-то спуск. Блуждать, похоже, здесь можно много. У нас осталось 36 секунд действия эликсира, он скоро закончится. Меня это совсем не радует. Текс. Так, ладно, похоже, все-таки здесь очень длинные проходы. Это вверх. Пойдемте все-таки, куда мы шли с самого начала, сюда. Это верный путь. Слишком рано. Тебе на завтра назначено. Придется обслужить меня пораньше. Так, ох, у них зажженные эти. Палач. Не помню, как сказать. Вот. Так, тут как-то можно было уворачиваться. Секунду. А, вот на Б. Управление мы более-менее вспомнили. Теперь тебе пора гореть. Давайте, секундочку, я не хочу гореть. Точнее, я не хочу умирать. Так, давай, Дикон. У меня очень мало здоровья, поэтому я попробую его добить магией. Хочу рисковать так. Так, ладно, ладно. Буквально еще два удара по нему, и он откинет ласты. Да, один.
Так, у него неплохое вооружение, кстати. Давайте-ка рассмотрим, что это такое. Так, Ариана Лавалента. Я Ариан Лавалент, находящийся в здравом уме, заявляю, что я отец моих сестры и брат. Анаиса, будьте Ариан Лавалент. Так, ладно. Похоже, здесь и большая часть нашего добра. Да. Интересно, у нас места-то для этого всего хватит. Так, алмазная пыль, сукно. Еще осталось кое-что. Так, это все. Вроде бы как все. Надо бы, конечно, одеться в наши шмотки. Так, а здесь что такое? Здесь очень темно, на самом деле, вы удивляетесь. Даже мне ничего толком не видно. Так, там у нас одеты, мусор, чертеж, подзорная труба. Масло. А, нет, это, видимо, не наша вещь, потому что у меня было гораздо больше. Давайте оденем сапоги. Так, ржавый ключ. Так, это что такое? Маленькая дубинка. У нас еще есть кошка. Сейчас можем выпить. Вот так, еще кожу забрали. Так, ладно. Так, все-таки здесь Так, я опять маленько по запору. Не очень темно, я, наверное, выпью еще один эликсир кошки. Не зря нам их здесь так много дали. Да, так гораздо лучше. Арена. Куда ты пошел, стой. Угу, конечно. Что такое? Да, похоже, мы собрали тут весь шухер. А что это? Это очень плохо, но я думаю, мы все-таки добьемся как-то. Так, давайте. Так, у нас очень мало здоровья, так, бежим. Думаешь, так, потихо... Ай-яй-яй. Да, все-таки надо было здесь действовать гораздо осторожнее, но... Ладно. Так, мы не будем загружаться в последний сохраненный, потому что сейчас мы играем офлайн. И даты в игре очень... А вы сами сейчас увидите, какие он даты ставит. Так, вот. Автосохранение. Автосохранение. Так, я думаю, вот это автосохранение. Он сохранил игру. И мы отсюда продолжим. Да. Хоть это гораздо дальше, чем я ожидал. Ну ладно. Тянь не на мной. Задняя часть тела, 4 буквы. Спина? Вроде нет. Так, он идет назад. Тихо, тихо, тихо.
Ну куда? Так, тихо-тихо, тут никого не было. Сидит там, все спокойно. Так, огонь нужно потушить. Ну. Если не потушить. Нет, здесь таки будут гореть. Что такое? Так, ты меня не видел. Видел. Печально. Уразубку тебе сунешь! Что такое? Да, ну опять. Опять 25, господа. Опять у нас набежала куча охранников. Сейчас мы точно все погибли. Да, здесь тупик. Ладно, тут я их так не смогу заходить ко мне со спины. Что делает? Так, так, назад, назад. Еще двое. О, еще один. А ты откуда взялся-то? Вернуться за лоу-лентом. Ладно. Так, цепи. А где у нас? Он у нас вот здесь вроде сидит. Да, вот он. Так, пошли со мной, дружок. Помоги мне встать. Тебе еще так дальше надо помогать вставать, да? Ну ладно, пошли. Сюда, по лестнице наверх. Если честно, мне эти подземелья замка уже очень надоели. Мне хочется выбраться на свежий воздух. Погулять по красивым просторам здешней игры. Здешнего мира. Вторая дверь налево. Это маслохранилище. Ну мы тут до сих пор в замке. Маслохранилище, говоришь? Идем со мной. Ты здесь ничем не поможешь. Нет, у меня здесь дела. Собрался воевать в одиночку? Для таких дел помощь не нужна. Уверен? Прощай, ведьмак. Так, ладно, похоже, он решил остаться. Ну, это выбор, вот, говорить мы не будем. Ведь все-таки... Так, это что такое? А, он заложил выход, а. Смотрите, как что творит. Так, ладно. Меч. Меч тоже хорошо. Хочу поскорее, на самом деле, сюда выбраться. Мне совсем здесь не нравится. Эти подземелья, эта темнота. Скорее на волю, скорее на свободу. Так, это кто? Глупый, конечно, вопрос, наверняка враг. Стой! Ведьмак, ты что ли? Говорят, ты убил короля. Я не убивал. Я тебе верю. Я рад. А то совсем бы глупо вышло, если бы пришлось тебя убивать. Все рубайлы пережили штурм. Пьют горькую третий день. Я тебе кое-что задолжал. Ничего ты мне не должен. Во время штурма попали мы в котел. Ты знаешь, если рыцаря в тесных проходах прижмут, двинуться вовсе некуда. Сзади напирают, спереди стоят, сверху алебардами рубят. Меня бы раздавили, если б не доспехи. Потом еще раз 10 получил по шлему. До сих пор в ушах звенит. Блюю все время, зато живой. Сотрясение мозга. Это пройдет. Интересно, кстати, фраза. Я даже не понял, как ее понимать. Ну, ладно, давайте посмотрим. Мне любопытно просто. Ты был с рубайлами, когда они попали в скайтаэльскую засаду? А то! Живодер говорил, что эти эльфы дрались особенно отчаянно.
Ты не заметил, было у них что-нибудь приметное? Может, значки какие-то? Они закрывали свои лица платками, а платки эти нарезали из мундиров особого отряда. Трофейные, значит. И клич у них Орвит или что-то вроде того. Откуда там взялся дракон? Понятия не имею, но он спас нас. Эльфы его как увидели, сразу о нас забыли. Больше ничего сказать не могу. Мы так удирали, будто за нами дьявол гнался. Вот, держи-ка. Живодер мне велел это выучить, но такие мудрости не для меня. Я на драконов охотиться не собираюсь, а тебе вот может пригодиться. Мне пора. Насыпь охраняют стражники. Ты не проберешься. Отвлеки их. Ага. Но помни, если дойдет до драки, на меня не рассчитывай. Может, нам даже придется биться друг против друга. Лучше бы не пришлось. Ну, иди. Дай мне минуту. Так, мы отсюда сбегаем. Наконец-таки на свободе, это меня радует. Убийца короля сбежал! Отрежьте ему путь! За мной! Ладно, идем. Так, ладно, я думаю, на этом мы закончим эту серию. Она длится где-то 25 минут. Я большую часть времени вспоминал игру, вспоминал управление. Но, к сожалению, получилось такой, возможно, интересной, красивой. Но, тем не менее, я надеюсь, вам понравилось. Если не понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Не забываем подписываться на канал. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.